Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Это у меня улей, из которого я сделал отводок, чтобы они не зароились. Собака соседская сегодня не гавкает, зато какой-то гад включил триммера и траву косит. Потенциальный инсультник. Так вот, сделал я отводочек с этой семьи, но она все равно потянула роевые маточники. То есть все равно пошла в ройку, маточники не запечатанные, то есть пошла недавно в ройку. Не помог ей отводок. Но дело сегодня не в этом, дело в том, какая хрень вон лежит на дне улья. Вот что это такое? Кого это мои доблестные пчелы так доблестно замочили? И самое интересное, как оно с таким хлебалом залезло мне в улей. Вот что это такое? Делаем ставки. Кто это? На восковую моль это что-то не похоже. Что за зверюка такая интересная по ульям лазит? Я так понимаю, пчелки ее уже оприходовали. Весь белок с нее высосали. Прогрызли ей бок, забрали белок. Вот лично я затрудняюсь сказать, что это за хрень такая прилетела в улей и залезла в серединку. Может, кто знает, так напишите мне в комментариях, что это такое. Оно офигенно здоровое. Сантиметров 7, наверное. И абсолютно мертвое. Хлебало у него такое явно нектарососущее. Что за штука такая интересная? Кто ты, брат? Как ты в улей попал? И кто ты такое? Если вы думаете, что все так просто, то нет. Решил я с этой семьи сделать отводок, так не нашел матки. 4 раза листал, не нашел. Матки у меня меченые, легко находятся. Искал, искал, нашел мертвую на дне улья, напротив литка. Вот эта хрень лежала на том же месте, в сантиметрах 15 от мертвой матки, только это лежало возле задней стенки улья, а матка возле передней. Точно друг напротив друга, напротив литка. Так вот, есть у меня подозрение, что эта хрень матку и прибила. Давно пчел держу, но такого чуда не видал еще. Интересная штука. Пробовал по гуглу забить, что это такое. Тоже гугл не хочет мне говорить, что за фигня. Так что жду в комментариях, что за зверь. Очень мне интересно, что за пакость лазить мне по ульям. Может, оно $1 000 000 стоит, его продать можно. Какой-то особо ценный экземпляр. Шучу, конечно. Ну, в общем, сегодня такое вот коротенькое видео. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. Передаем привет моим пчелам, которые негодные хотят роиться. Ну и пишем в комментариях, что это за штука.